Погоди, человек. Эй, я здесь. Что? Не ты, мой кот. Назвал его в честь настоящего Человека-паука. Какие-то придурки ограбили мой магазин. Кажется, и Человека-паука забрали. Ужасно! Куда они пошли? Я слышал, они собирались на подстанцию в 2 кварталах отсюда. Я найду их. И кота тоже. Конечно. Думаю, это не повредит. Как доберусь, надо позвонить Ганке. Интересно, что они забыли на подстанции? Тут можно пройти. Ганке, выручай. Какие-то хмыри ограбили магазинчик Тео и удрали на местную подстанцию. Странно. Я буду с тобой. Уже включил прямую трансляцию. Они стреляют в трансформаторы? Ладно. И сколько таких нам надо сломать? Я что, похож на электрика? А ведь их время тут. Точно. Если несколько кварталов, то собьем копов со следа. Никогда не занимался ничем подобным. Потому что у тебя была частичная занятость. А этот... А, блин, ну что-то в отключке. Помяните мое слово. Уши свалю отсюда. Что-то я торможу. Достало тут прохлаждаться. Я что-то слышал. Крыса, что ли? А, блин, тут кто-то в отключке. Жду не дождусь нового. Толпа туристов. Грабь не хочу. Вот, передохни. Напряжение на подстанции упало до 64%. Ищи запасную цель. Классно придумал насчет запаски. Ты в этих геройских делах мастер. Не, я просто зритель. Надо найти кота Тео. Человек-паук! Стой! Стой! Человек-паук спустился в шахту лифта. Есть! Я иду к тебе, Человек-паук. Держись! Человек-паук! Стой! Я знаю, что нужно этим парням. В том квартале есть банк. Нет тока, нет сигнализации. То есть, если дать электричество, они не ограбят банк? Профилактика преступлений. Лишь те, кто способен предвидеть будущее, могут изменить его. Ладно, ладно, соберись. Руками, шутки, а, блин, тут кто-то в отключке! А чего боссу именно здесь приспичило обосноваться? Оглянись! В Гарлеме полный бардак. Босс сразу течет, когда есть перспективы. А, блин, тут кто-то в отключке! Осторожно!
тебе! Похоже, им кто-то платит. Есть идеи, кто... Чё? Так, напряжение на нуле. Я понял. Включаю аварийное освещение. Так, чтобы восстановить питание, заряди все запасные цепи. Займусь. Черт, сколько же людей они отправили ломать одну подстанцию? Это ты включил аварийку? Я думал, ты. Нет. Может, кто-то из рабочих? Будьте начеку. Это еще что? Привет! Кто вам платит? Я его знаю? Он в воздухе! Берегись! Серьезно? Кто спланировал ограбление? Сейчас ты получишь! Нужно найти запаску. Ладно, надо идти. Найду главный генератор и постараюсь починить. Эти парни все говорят про своего босса. Есть идеи, кто это? Чувак, много кто в городе грабит банки. Стоило попробовать. Это главный переключатель. Сейчас разберусь с этими парнями и потом что-нибудь придумаю. Еще один поверженный враг. Эй, парни! Кто-то хочет помешать нам закончить работу. Разумеется. У босса же много врагов. Да, но он всех победил. Ну, не всех. Есть Человек-паук. Похоже, тот, кто это спланировал, знает Человека-паука, и он ему не друг. Должен быть кто-то еще. У меня не так много врагов. Пока, да. А ты оптимист. Погасим свет. О, тут нашего вырубили. Я что-то слышал. Эй, что это было? Так его! Забудь! Тихо, не получится! Что с переключателем? Панель не подключена. Нужен генератор. Вот так. Генератор работает, но, кажется, не подключен. Есть контакт. Надо перенаправить ток. Дерну переключатель. Да будет... Иди сюда, киса.
Человек-паук? Я не отдам его! Это невежливо! Я пытаюсь установить с ним связь! Приземлите его! Говори, кто спланировал ограбление, отдавай кота и можешь идти, окей? Нет, ни за что! Не дайте ему уйти! Жалкий паучишка! Серьезно, парни? Кто ваш начальник? Я же все равно выясню! А, думаешь, мы тебя боимся? Он в 10 раз страшнее! Сейчас ты получишь! В каком смысле, босс, еще хуже? Я же тебя просто по полу вожу! Ты не убиваешь, а вот... Сам виноват, слабак! Что, нос сломал? Ну извини! Ты мой! Точно. Надо включить. Пошли отсюда, Человек-паук. Ну что, электричество дали, ограбление предотвратили, кота-паука спасли. Насыщенный денек. Я напишу о грабителях и их боссе в приложении ДСЧП. Может, кто-нибудь подкинет зацепки. Давай, до связи. Обернись! Эй, Тео, у меня для тебя сюрприз. Да ну, какой? Человек-паук! Хорошо нагулялся. О, папочку чуть инфаркт не хватил. О, из-за тебя, из-за тебя. О, из-за тебя. Спасибо, другой Человек-паук. Спасибо. Да. Не за что. Привет! Удалось выяснить, на кого работали те котокрады? Я нашел пару зацепок. Ограбление заведений в Гарлеме и какие-то беспорядки в приюте Пир-Север. Похоже, это те же парни. Как будут подробности, напишу в приложении. Класс! Спасибо. Хороший. Такое чувство, что на меня... Гарлем. Как на новичка в школе. Привет, Человек-паук! Спасибо, что починил метро! Ага, как раз сейчас вы идут видели? Молись мне. Я скучал по тебе.